в дверь не попал. Да, черт. Фига. Шарфи слева к нам в дом побежала. Пулемет в мелком здании. Они на центр там кидают. Сейчас продымлю. Все. В бункере центральном должно быть чисто. Там ППШ. Там. Подкрепы не сдаётесь. Подкрепов не так много. Не убрали эту херню, блядь. Да, подкрепов пиздец очень. А справа один. Будем. Шарфы слева. Давай прагматичный, парни. Да, да, и поаккуратнее. Сильно не сливаемся. И шарф слева, да. Пулемет есть наверху, никто не видел. Б чисто. Пулемет сверху не вижу. Кайл снайпер в один дыму между бункером и Б. Попробую брать сейчас. Леха, сзади тебя где-то Кайл бегал. Бил. Ну, шарф. Б чисто. Справа от меня. Блин, она слева перед домом. Башню тебя убили. За башней косик. Один на А. Очистка. За башней. И один в Б прям сидит на боеприпасах. Брал за башню. Это не он. Зимушка. Кайл выбежал с лестницы центральной. Направо. Жека слева. Кэл убил. Свои. В зону заходим. А что будет? Прокидывай здание гранаты. Какой этаж? Делаю этаж. Чё, убегай, Жека. Зиммер откуда-то сверху бьет. И не он с первого. Где ты, Жека, где ты убил? А я убежал. Блин, а этот придурок вышел, короче. Котик справа к зерну подходит. Пополам, да. Выше. Блин, а чё у меня калечный маузер с этим прицелом? Там справа стрелок ещё идёт один. Ай. Лёха, есть самое лезвие. Чаш, это было, бро. Блять, ну как прям внутри даже слева, слева двое. Зерна вышли. Да, 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 внутри было. У нас снова присутствует. Грену кинули тебя. Да. Дуншутер на Б справа стоит от двери. Башня, второй этаж, окно. Когда бежите от башни, второй этаж. Блять, косич справа от башни. Говорил, башня. Больше ты на стройке? Не, я слева беру. В этом в зерне шарфе сидит. Гранаты кинут, да? У нас на Б будет проход. Да ну, блин, ну что-то она вообще попутала. Лёха. Перед Б кидай грены. Надо помощь на Б. На втором, на станке, короче, у них демоклый этот. Просто так забираем зону. А ну, блядь, ну что уши крышит, что ли? Артём, где? С нашей стороны из Б выскочил. Да ё... Справа там, вот перед Б. Ты в этот, в башню заскочил. Я сейчас сзади в башню зайду. Чисто, чисто. Хорош. Так, на втором этаже есть. Слева. Башни? Нет, в элеватор. Слева у нас стыкачи. Чё, Колян, там есть ещё? Пока пусто в башне. Только шайс, кому надо, в Б лежит.
Я забрал. Чего не люблю? Лево. Ты тоже справа. Ну. Чисто, Б. Справа отстреливают, длину. Да-да-да. И сквозь дым. Колян, посмотришь или мне посмотри? Давай, посмотри. Блядь, ну... Там шутер, второй этаж. Ух ты, идет тебе Жека. Костя, где второй этаж? Справа сидит на отце. И конвейер. Где пулемет? Через второй этаж заходили на отце? Да, думаю, шутера убил. Здесь жесткие ребята. Второму иду. Второму проходить в коридор. Бля, о чем пиздит, сука, спалил мне всю контору, пидор. Где он, блядь? Да это внизу на лестнице. Он сейчас обратно туда пойдет. А жди, Лёх. Справа за забором. Там внизу. Фух, успел. А, блядь, гранату. Шарфестройка. Справа косик там. На С. Я второй этаж по краулю. Лезвие лево, пулемет. Ребят, игра, скорее всего, по подкрепам закончится, так что лучше экономить. Я краулю второй этаж, ребят, проходите, кто может. Можно сильно вперед не лететь, просто на месте постоять немножко. Косич справа на длине, а Ц прям рядом сидит. Это центр. Угу. Там, скорее всего, пулеметчик смотрит. Сторону наглецы зажали. Лёха, слева пулеметчик по длине. Ага. Он лучше даже голову не высот, он сразу смотрит. Справа где-то бежит. Легает, да? Или нет? Нет, справа, близко где-то. Пусик близко. Он за ящиками, Лёха. Ребят, минус хороший. Я одной пулей троих ебнул. Вот так. Шутер на втором. Жать. Мы запомнили. А сзади справа время, чтобы убил дымил потом. Шарфе. Слева пулемет. Парни, только не двигайся. 50 на 50. Убрал. Блять, убили. Справа в этой хуйне. От шейки этой. Спите подкрепы и здесь заскрипиться немножко, убить. Сейчас надо не бежать вперед. Слева пулеметчика не убивали вроде еще до сих пор. Лес возможно они возродились перед С. Да-да, их надо расстрелять, а потом уже. Они сейчас второй этаж могут занять. Очень быстро. Прилог, блядь. Чисто, чисто. А, нет. Еще кто-то на С. Скорее всего там на лестнице. Дым долгий, что-то капец. Да вообще, да. Никак. Ух ты, урод, блядь. Пулемет у них на втором даже очень на Б. Чисто. Я на Д сзади поднимаюсь. Отлично. Так, я пулемет Женьким тащу. Так, надо их много. Да Женька сам тут свою жопу тащит еще. На гранату. Убегаем нахуй! Убей, да? А че она не взорвалась? Взорвалась. Я по краю лестницу показываю. Они просто в зону забегаем. Блять, шарфи там справа. Жень, ты пулемет там поставил в коридоре? Угу. Если что, изменится. Так, от Джеки подальше держимся, а то ему гранату кинуть, пизда. Спасибо. Все, вот четвером держим кишку. Короче, справа двое зайдут. А, да, с центральной, с лестницы тут. С крайней. Понизу тогда лучше проходить.
Забежал один пулемет. Главную пасу. Бля, патроны кончились. Там еще шарф. Ребят, если по внутрь, не будете идти говорить. Ушел. Пошел так, пулемет. Да, блядь. О, Леха, Леха ползет. Куль, можешь сзади посторожить? О, вы не зарезали? Да, посмотрю. Жаки, левая лестница. Есть слева надо кто-то поймать? Около лестницы чем? Есть слева? Не знаю. Туда я грыну на второй. Там вроде кто-то пробежал. Я справа. Не слева? Я справа. Это... Что? Да, чисто. Коль, ты еще живой? Да, я смотрю зад. Налево кидайте грены, они бегут там в кузнецку. Забор пошел. Просто жить, они не успеют. Просто на лестнице сидят. Надо жить просто. Награждение есть. Шутер приперся. Леха как-нибудь на второй может. Ай! Надо зайти в зону. За 5 секунд успели забрать. Ух, не успели, да. Фу, бля. Ништяк. Ну чё, суки, что смелый? Ничего, сейчас сольют нас. Ну, пока. 8 минут, 8 человек. Да я остался тогда. На руки на лестнице, да? Так, на еще на шарфе, на переходе сидим. Да, переход воздушный. Ух ты. Тихо. Давай, мимо Жека, не? Все, шарф ёпа. Касимол сил тоже убил. Да чисто. Забираю. Хорош. Вот в этот раз нормально, да? В этот раз нормально. Если надо дом шутера там бомбит жестко. И не так позорно, а то с четырьмя фрагами бегал, блин. Так хотя бы зону почистил, что ли. Где пью-пью? Походу свои. Чё, материк там что-то? Пью-пью свои, да, тут. Посчитал, что там они есть. Давайте мы вот очки наберем побольше. Накидаем. Давайте в зону, да. Ходите просто все. Где он стреляет? Сейчас там лёг. Когда умудрился только набить. Да, она сегодня в улете, бля. Пиздец, стреляет нах. На антивирус ее проверить надо, это вообще херня. Вот Жаки, да. Видно, что не читерит. Жаки, да, чисто играет. Честный парень моего. Единственный. Сворд Тумалки, это тоже ничего. Я его пидором считал, так он ничего. Да, он даже, по-моему, пару своих убил. А чё, ты тоже не поставил? Ну, дело. Не поставьте, который... Что делает 10 евро? У нас стреляет, стоит боком, а мне прилетает быстро. Как-то... Стоит боком просто, меня убивает. Бред собачий. Что боком? Что за первый раз? Да. То есть еще не повернулось, я уже лежу. Да это как бы еще ничего, тут один пацан троих одной пулей убивает. Вот это уже как-то странно. Может, с дробача? Да нет. Кто пулемет забрал? Скорее всего, там получилось так, что...